Приветики, с вами Лис, и мы продолжаем играть в Remnant 2. Да, мы продолжаем играть, она меня реально чем-то зацепила, хоть и ненавижу этот движ. Да, так что надевай наушники, у меня не спадают, и бери что-нибудь покушать. Поехали. Короче, в прошлой серии, если ты помнишь, мы прошли босса. Да, мы прошли босса какого-то слизняка непонятного на потолке, и... Нас, в принципе, вернуло обратно, мы были в блоке 13, и сейчас можно было отправиться в какой-то замок, дворец пагубы или туда в лосом. У нас и там задание, я решила в дворец пагубы вернуться, и вот смотри, как мне кажется, это шут. Это шут. И что происходит, я не знаю. Делаешь. Я думала, мне нужно следить за одной картой, типа той, и потом выбрать, найти, где она. А, нет, не так, что ли? Окей, хорошо. Он мне подкрывал какие-то двери. Их слишком много, мне это не нравится, конечно, но... я с тобой общаться не могу? Я, походу, с тобой общаться не могу. А вот это что за дверь? Мне очень интересно. А, знаешь, мне неинтересно. Это за хрень такая? Алтарь? А что такое алтарь? Ну, если без приколов, что такое алтарь? Не, до свидания. До свидания, давай сначала влево пойдем. Ничего не знаю, не хочу. Не хочу, ничего не знаю. Так, хорошо, мы в одну дверь вышли. Ага. Вот оно чё. А мы здесь были ж. Капе, мы здесь не были. Мы здесь не были. Понимаешь? Кто? Да уж, плохо дело. Кто? Что? Ой, ты боже! Пока что все? А что это было? Что я за это получила? Кроме боли, что я получила еще? Скажи мне, пожалуйста, зачем мне это надо было? Угу, не скажешь, да? Понятно. Интересно, зачем мне все это надо было терпеть? Если я ничего от этого не получила. О, слышу там врагов. Вот и пора приготовиться. Карта? А, играть? Вот она. Ага. Да. Угу. Блять, я не понимаю, какая из них. Вот это? А, это с ним такая игра. Надо выбрать правильные ворота. Или как? Я правильно выбрала или нет? Надо запомнить. Эдимен, фреска Фейрина.
Так, это мне нравится. Я взяла фреску Фрей Ирина. А теперь что с ней делать? Что с ней делать? Фрей Ирина или Фрей Ирина? А это что? Это что? И что тут за будочки устроил мне? Кто это? Так, все, вот это мы все сделали. Нам, получается, больше сюда не надо идти. Хорошо. Мы, получается, выполнили это задание, наверное, я не знаю. Фреска. Во внутреннем дворе есть богато украшение двери. Рядом расположена фреска, у которой не хватает несколько частей. Я маску взяла, получается. Эп, я, получается, маску взяла или что? Фресочка. Рюкзак. Эликсир. Вот. Отлично. А как мне вернуться обратно? Никто не подскажет, пожалуйста. Можно мне обратно как-то вернуться? Так, теперь смотри, нам нужно в самое начало этого дворца. Я не знаю, куда идти. Я реально не знаю, куда идти. Алтарь. Стоп, а может мы здесь выйдем куда-то? Ладно, давай еще раз посмотрим. Потому что вот эта дверь, она ведет обратно к нашему боссу. То есть вернуться в блок, либо лассо. Ага. Значит, нам отсюда все же надо найти путь как-то обратно. Окей, значит, у нас всего один путь. Пойти туда, где монстры. Больше пути нету, никуда. Все. Что такое? Ты можешь сидеть и не двигаться? Пожалуйста, наушник. Так, окей. С этим мы разобрались. Нам туда. Наконец-то мы нашли эту маску. Сколько мы ходили, чтобы до сюда дойти, я поверить не могу. Охренеть. Согласна. Я с тобой полностью согласна. Так. Стоп, это библиотека. А путь назад у нас должен был быть там, но получается, что не там. А куда мне тогда идти? Не подскажете мне, пожалуйста. Блин, а я не знаю, куда мне идти. Где у меня основной путь? Основной путь, сайдпад. Блин, мне куда-то наверх, походу. Оля. Я просто не понимаю. Еб твою! Да еб твою ж, вы чё? Ну, знаешь, это помощнее босса будет. Это будет помощнее босса. Как мне пройти туда? Как мне пройти туда? А если мы из блока... Нет, я же с блока сюда попала, во дворец. Блин, я не хочу с ними жутко сражаться, это пипец. Я не настолько мощная. Лосом. Во внутренний двор. Еее!
Можно так перемещаться, слава тебе, Господи. Хорошо, что я пошла и это тыкнула. Иначе пришлось бы с ними сражаться, искать какой-то путь, но там пути нету. Или есть. Я не знаю. Эфирный шар. Ладно. Так. Охренеть. Куда нам эту штуку надо вставлять? Куда? Вот там вот, кажется. Так, что сейчас откроется? Сейчас откроется врата в ад? Паруси! Паруси! Оцинкованное железо. Угу. Так, а что мы сейчас реально откроем? Реально портал в ад? Но если мы все эти данжи сейчас пропустим, я буду очень рада. О, потемнело. Пока она открывалась, уже все потемнело. Говори с пагубы. Так. Грязевая притирка. Спасибо. Хоть притереться, притереться грязевой притиркой. Нормально. Я понимаю, что вымыться в грязи, как чучело болотное занятие, не из приятных. Но тут я смотрю, у нас куча трупов. Это очень странно. Это очень жуткое место. Галерея пагубы. Галерея? Ну давай. Не-не, возвращаться не надо нам. Смотри. А это монстры или люди? Чего? Нифига себе. Это мне не нравится ваша галерея, знаете ли. Как-то не вдохновляет, не вдохновляет. А почему здесь столько места, я не поняла. Я не поняла, почему здесь столько места. У меня только что был босс, вы не имеете права мне еще одного пустовать. Ибо перед тобою Фейрин всемогущий. Пшида, пофиг. Ой, ну такой. Мы убийца истинного короля, завоеватель всех земель. Передо мной все должны падать вниз. А ты какое-то странное и жалкое существо. Боюсь, лапы завели тебя не в ту дверь, милая мышка. Но я не стану убивать тебя из любопытства. Кто спасибо ты? Спасибо тебе, великая безобразная мышь. А что это безобразное? Я еще какая классная, я человек земли. Я хочу убить тебя, не стоит. Для меня это ничего не значит. Ты меня утомляешь. Тебе что-то нужно? Или мне раздавить тебя забавы ради? С ними точно не справлюсь. Она тоже мышка вроде тебя. Yes. Увы, я тебя разочарую. С этим миром произошло многое, но тебе подобных здесь нет, уверяю тебя. Как трогательно. Мышь проделала столь долгий путь, и все напрасно. Однако это можно исправить. Ты мне пригодишься. Хоть ты и мышь, тебе ни за что не удалось бы добраться сюда, без умения сражаться. Да, это я не просто мышка. Мир. Меня донимает один самозванец, что присвоил себе мои деяния и достоинства. Он зовет себя Фейлином. Убей его, и заслужишь мою благосклонность. А это немало, мышка. Ну, я как бы, знаешь, я... Не убийца. Я не убийца. Что за вздор? Я Фейрин Всемогущий, истинный король сильфов, а он самозванец, и я непременно его уничтожу. Кажется, мы его разрабатываем. Ты найдешь его в золотых чертогах. Жалкой карикатуре на мой двор. А можно там это сделать? Такой же жалкой, как и он сам. Убей его, и мы щедро наградим тебя. Ступай прочь, мышь. Что же ты стоишь предо мной?
А разве ты заслуживаешь права на аудиенцию? Я приму тебя, но лишь за тем, чтобы ускорить смерть самозванца. Запомни это. Докучать мне опасно для жизни. Ну, я попробую, я очень рискую. Слушаю. В смысле, почему ты хочешь смерти самозванца? Потому что он прикидывается им. Чё за тупой вопрос? Ты чё, ГГ? Совсем ГГ или чё? Он преследует меня. Живёт так? В моем сознании. Вроде как мне одну смотрит достал. Моими глазами. Серьёзно. Мы не можем отвернуться. Эй, ненормально. Тебе нужно меня победить. Ступай в золотые чертоги и прикончи меня. Окей, хорошо. Мы свергли его. Он не был одним из нас и не имел права на престол. Сильфами должен править Сильф. Поэтому бабочками, мы да? освободились. И освободили всех сильфов. Тогда воцарился мир. Это недалеко от истины. Он не очнется ото сна, и троны теперь наши. То есть трон. Трон мой. Вместо нас его мог убить любой. Этого желали все, но духу хватило лишь нам. Увидишь. Это жалкая насмешка над Шаэдом, где мы сейчас. Я глумлюсь надо мной. Над нами. Фейлин глумится над нами. Убей его. У него шарики за ролики поехали. Наконец-то. Убей Фейлина, мышь. Но берегись. Я буду опасным противником. Мы его убьем. Я буду ждать в золотых чертогах. Так, может, ты сам его убьешь, а? Мне-то чё? Мне-то чё? Может, ты сам его убьешь? А куда мне идти? Я как бы... Я вас обойду, хорошо? Он очень странный, я не могу понять. Он убил, типа, короля. Ну, типа, не убил. Хорошо, он спит. Но вон те три чучелы, с которыми мы заключили договор, чтобы убить самозванца. Они кто? Чё-то я не понимаю, кто здесь батя. Он или они? Так, а куда мне идти-то? Мне нужно в золотые чертоги? А куда мне идти? Ты мне карту выдай, пожалуйста, а? Я тебе чё, по пальцам должна читать? Угу. Поехали. Галерея пагуб. Золотые чертоги. Где мне найти ваши золотые чертоги? Внутренний двор. Ага, давай. Тоник мусорного зуба. Ей, слушай сюда, есть личный напиток, который тебя окрылит и поможет свернуть любые горы. И по адресу. Тоник мусорного зуба. Принимайте каждый день, будьте счастливы. Буду как-то так это будет звучать. Так. Так, смотри по карте. Галерея. Ага, мне просто прямо надо идти. Окей. В смысле? А в смысле прямо? Я сейчас вернусь к этим чертогам. Галерею. Что за бред? А нет. А да. Куда мне идти? Приветствую. Перед тобой, Фейлин. Я ты скажи нам, существо. Кто ты? В смысле? Мне а почему мы заново с ним болтаем? Он ничего не сохранилось? Что ж,
Думаю, тебе уже пора. Или ты хочешь чудо? Нет, я не хочу бросить тебе вызов. Я не хочу бросать тебе вызов. Или это тот момент, когда мы должны ему реально бросить вызов? Это бред какой-то, знаешь? Я не знаю, куда идти, Фейрин велел мне убить Фейлина, короля самозванца. У вас чё, крыша едет? Или это самозванец? Что здесь происходит? Походу, это... Кого? У них крыша едет, походу. Что мне ещё сказать? Может, мне надо с ним драться? Но я не хочу с ним драться. Я не понимаю, что происходит. Я серьезно не понимаю, что здесь... происходит. Ага, стопы. Смотри. Это что-то светлое. Сейчас будет что-то темное, да? Оно так работает? Если этот наушник уже вылетит, мне уже легче без него играть, я заколебалась. Так. Дворец пагубы. Хорошо, мы во дворце пагубы. Только понимать бы, куда мне надо, в какую фигню. Канализация, дворец пагубы, галерея пагубы, алтарь. Господи, где мне это найти? Стоп, а где сохранялка? А почему здесь нету сохраняшечки? Фейлин живет в золотых чертогах. Убить нас нелегко, но тебе придется. Золотые. Иначе мы раздавим тебя. А там-то все ярко. Это имеется в виду золотые? Я думала, именно называться будет эта область золотые чертоги. Это все из-за самозванца, что меня изводит. Только из-за... Если остальные прислушаются, то все поймут. Да куча... Я буду ждать в золотых чертогах. Сначала мы здесь были. Он назвал меня мышкой, он сюда. Ага, золотые чертоги. Значит, все же мне надо того убить. Этот больше смахивает на главаря. Ну, окей, вроде мы определились. Тем более на задание там. Вот. Вот, видишь, тут все золотое. Типа галерея... Ой, золотые чертоги. Имеется в виду, видимо, что здесь золотое все, видишь? Видишь, здесь все золотое. Вот это, наверное, имелось в виду. Во-во, мне надо вот этого прика кушать. Я будет весело, походу. Надо. Снова ты. И что же ты хочешь сообщить? У тебе конец. Значит, в качестве награды ты выбираешь смерть. Так и быть, ты ее получишь. Сейчас ты познаешь твердость моей щедрой руки. Спасибо. Ой, хана ща будет. Ой, ё-моё. Ой, юферный балет. Прикол десты какой. Ты же помнишь, что вы... Ну давай, ходи. А? Ты прознал. Да ёб твою. Хорошо.
достойно поклоняться. Да ёб твою ж! Так, и каким мне образом его победить? Я только как бы... Я сдохла. Да? Ты же помнишь, что ты убил Да ёб твою! Мне что-то нехорошо. Она тупо уворачивается, она не умеет уворачиваться. Ее уворот ни хрена не уворот. Я не понимаю. Она такая тупая. Вот смотри, этот ворот, но она не уворачивается. Она не уворачивается, в нее все равно попадают. Это тупой ворот. Я не знаю, зачем его придумали. Он бесполезен. Смотри, ну чё, меня все равно бьют. Вот, смотри, меня бьют. Все равно. Офиг. Типа, блин. Насрать. Дай выворачивайся, дура. По голове посыпь. Забейте. Не, у него нормальных поворотов нету, это тупой соус-лайк. У него есть нормальные чё-то, блин, а? О, кувырок прыжок. Нифига нет. Я не знаю, что с ним делать. С ним невозможно сражаться, Я не знаю. Давай тогда просто будем продолжать ходить по этому замку. Качаться. Ну блин, я не знаю, как его победить. Это нереально просто. Большая канализация там была. Здесь я была. Здесь я была, это я была. Так. Такое чувство, что, в принципе, я не знаю, куда мне деваться. Дворец пагубы. Ну вот, кстати, во дворце пагубы я не была. Можно, конечно, туда пойти. Но это трэш. Это трэш, я не знаю. У нее тупое уклонение. Если уклонение соусла и как создано, чтобы уклоняться, у нее просто оно сделано, чтобы не уклоняться. Вот что это? Что это? Но это не уклоняется, это кувырочек, блин, какой-то. Это не уклонение. Отвратительно. Отвратительно. Отвратительное управление, отвратительно создали эту игру, значит. Больше тут нет ничего хорошего. Началось. Так, туда мы, помню, заходили, я туда не хочу. А, вот оно начало. ТП, это ж начало. Только это творец пагубы. То есть темная сторона. Здесь все намного сложнее. Ёперный балет.
Блин. Да ёб твою ж. Они ловили вас, а, ребятки? Ни хрена себе, могу сказать вам. Немного ли вас? Ой, не-не-не-не, все, до свидания, все. Давай на этом на сегодня закончим. Это просто трэш, я не знаю, что с этим делать. Скажи в комментариях, как эту фигню пройти, я не понимаю. У нее уклонение на дерьмовое, ты посмотри, ну что это за уклонение? Еще она очень долго выпивает эту шнягу, и она не может уклоняться в это время. Короче, все, мы на этом заканчиваем. Так что, если хочешь продолжение, напиши об этом в комментариях. Не забудь свой царский лайкосик, потому что нервов здесь тратится очень много. И все, все ссылочки на сети в описании, и всем пока-пока.